Генеральный директор компании «Ряк» Магомед Тумгуев провел для главы Ингушетии экскурсию по производственному цеху. Рассказал об особенностях изготовления алюминиевых изделий и растущих показателях производительности. Показал оборудование, терминал с автотранспортом для перевозок, близлежащую территорию предприятия и офисные помещения. По итогам прошлого года «Ряк» достиг хороших показателей. Отпрессовано 4463 тонн готового профиля, окрашено 2316 тонн профиля, отгружено 4512 тонн готовой продукции. Сегодня завод производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля и работает в три смены. На предприятии создано 103 рабочих места. Руководитель субъекта отметил, что региональное правительство будет оказывать поддержку подобным предприятиям, поскольку их успех благотворно влияет на имидж республики. Я почему вот приехал, и мне приятно, что он работает, потому что куда ни приедешь, намерения были, а потом стоит просто корпуса, а потом разворовывается и все стоит. Я вот сейчас вижу, это реально очень большое производство, очень серьезное, тем более для Ингушетии. Вот поэтому я понимаю, что там есть обязанности ваши и налоги. Вот все, что правительство может, оно будет способствовать вам. Вот что я хочу сказать. Только это должно быть реально, продумано, да, согласовано, обсуждаемо. Надо вникнуть в производство, надо вникнуть в все эти вещи, потому что здесь вот все нормально, вот территория, я вижу, я зашел, обращаю всегда внимание. Но когда сюда едешь, вот это надо продумать район. Вообще эту дорогу надо заложить в эту программу. Люди будут приезжать. Сегодня вот на примере этого завода его надо показывать. Есть вот, которые люди, мягко говоря, лукавят или там не делают надлежащее производство. Вообще их не поддерживаете. На предприятии проблем с реализацией продукции нет. Среди заказчиков клиенты из различных регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других. При этом существует ряд сложностей – отсутствие качественных очистных сооружений, а также подстанции необходимой мощности. Вот проблем получается очистные, подстанция. Ну, сейчас мы думаем об этом. Тут три точки. Мы сделаем это. Чтобы народ не волновался, мы с вами тогда еще говорили, что очистные у вас здесь двойные, тройные, безопасность полная, экологическая, да, правильно? Да. Народу надо говорить. Багдадал, есть. На заводе планируется открытие обучающего цеха с возможностью прохождения практики на производственном. Это позволит подготовить квалифицированные кадры среди населения села Алиюрт, создавая рабочие места для его жителей. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.